Громкий звук клаксона машины, неожиданный скандал близких облаяла чужая собака. В возрасте 3-5 лет, сильно испугавшись подобных явлений, ребенок может начать заикаться и надолго. Причина в устройстве речедвигательного центра в коре головного мозга человека, управляющего органами речи. У некоторых детей от испуга клетки этого центра начинают притормаживать. Появляется функциональное заикание как результат невроза. Родителям стоит сразу же обратиться за помощью к психотерапевту. Голос – это стержень человеческой личности. Мы должны сделать так, чтобы он не фиксировал внимание к речедвигательным центрам. Почему? Речедвигательные центры – это голосовые связки, это дыхательное горло, это мышцы шеи, это мышцы плечевого пояса. Мышцы, они от повышенного внимания закрепляются. Они же неправильно, судорожно дышат. Когда человек поет, он никогда не заикается. Говорить надо на выдохе. Иногда человек постепенно санирует, как бы клеточки начинают отходить, так образно сказать. Мне кажется, подход психотерапевтический, дыхательный, я бы сказал, он лучше.